Всем доброе утро, дорогие подписчики и гости канала. Вы на канале Веселая Семейка. Меня зовут Света. И сегодня у нас второй этап празднования дня рождения нашей Елизаветки. Сегодня к ней должны прийти гости. Причем прийти они должны уже совсем скоро. А мы все еще ездим и доорганизовываем с папой ее день рождения. Да? Сейчас едем, похоже, за газировкой и соком, а потом поедем в не пиццерию, а как она, суши-роллы там и пицца. Мы пытались заказать у них по телефону, но они почему-то не отвечают ни на один телефон. Решили ехать к ним, а то чем мы будем кормить гостей. Потом нам нужно заехать еще в аптеку быстренько купить тетраборат. А там, по-моему, рядом с сушами есть аптека, тетраборат куплю. Потому что вместе с Лизиными друзьями мы будем делать слаймы. Хорошее занятие. Тем более, что пузыри мы точно не попробуем. А мы куда? А, мы на заправку едем, потом за газировкой, да, заедем? Будет весело, если мы не заведемся. У нас еще бензин кончился, да. Кстати, погода у нас испортилась вообще. Вот вчера там на Тамане был дождь, когда мы ездили, а сегодня дождь у нас. Смотрите, какое заплаканное окно. Тучки. Но говорят, когда в день рождения идет дождь, это хорошо. Интересно, это относится к дню рождения, когда ты его празднуешь? Или только к дню рождения именно к дате? В общем, заезжаем сейчас на заправочку, накормим машинку и пойдем собирать оставшуюся еду и воду для дня рождения Лизиного. Приехали на базу за газировочкой и за соком. Может, тележку возьмем? Сейчас купим не только на день рождения, но и вообще. Так, газировочка. Вишня, тархун, так, апельсин, лимонад, вот кола, колу берем. Саш, ты пролезь сюда, пролезь, говорю, ты сам, я же не смогу это все вытаскивать. Вот эту вот мы берем колу, что-то газировки тоже мало, выбор. Вообще, что еще взять? Вон, давай этот тархун возьмем. Особо выбрать-то нечего. Здесь газировка мне не нравится. Что еще возьмем? Лимонад возьмем? Вон, грушевая есть. Давай вот тут. Ой, нет, стой. А, по 45. Давай лучше лимонад, во. О, лимонад, ага. Это вообще апельсин, ну ладно. Сколько у нас там? Три. Три? Хватит нам пока? Минералку. Минералку? Ну, пойдем минералку возьмем. Только через сок, давай я еще сок возьму. А? Так, сок, сок, сок. Сок, сок, сок. Туда. То вдруг кто газировку не пьет из детей. Будем брать сок. Ха, апельсиновый только. Сок тоже весь выпили. Так, сочная долина. Там тоже все повыпили. Сейчас я найду сок какой-нибудь. Взяли. Пойдем. Так, сейчас надо это все оплатить быстренько. Народу куча. И ехать дальше. Ой, какие маленькие арбузики. Саша, смотри, какие маленькие арбузики. Они спелые? А кто его знает? Взяли один арбузик или фишка такой. 3,5 килограмма, хотя он маленький-маленький. Должен, по идее, быть сочным и сладким. Хотя с большими арбузами это работало. Че? Геометрия. В смысле геометрия? По прямому. Он кажется маленький. У кого кажется? Я большой арбуз покупала, он был 5 килограмм. Он был больше его. Нет, он должен быть плотным таким, сочным. Я его вроде... Ну, обычно, когда плотный арбуз, у него уже рыхлая, мягкая такая, воздушная, рассыпчатая. А не плотная, жесткая. Ладно, не выступай. Я хороший арбуз купила, хороший. Разрежем, посмотрим. А он розовый будет. Вот будет смешно-то, а? Тоже взяла для дочки тортик. Вот такой вот. Йогуртово-шоколадный.
Сейчас мы катим все-таки до пиццы. Сейчас уже должны, по идее, к Лизе начать приходить гости, а мы еще не вернулись. И пиццу еще не заказали. Прямо это, Атас. Хорошо, что хоть мост открыт. Они не хотят на переход. Они шли кому-то на переход, но они не хотят на переход. Сейчас быстренько докатимся, там же я возьму тетраборат натрия. Будем сегодня с детьми делать слаймы. Все, заказали пиццу. Дети будут не голодные. Сейчас иду в аптеку за тетраборатом, чтобы дети могли делать слаймы. И потом быстренько, наверное, домой. Вот она, аптека. Нету тетрабората, представляете, в этой аптеке. Дети все повытаскали. Раньше, говорит, по флакону по 2 брали, а сейчас, говорит, по 10 берут. Сейчас поедем еще в какую-нибудь аптеку тогда, наверное, чтобы тетраборат купить.